Так, друзья, прошу прощения за мой неопрятный вид. Он не всегда такой. Так, начнем мы. Сегодня мы поговорим о том, что я тут вел небольшую документацию. И сегодня мы поговорим, сколько я затратил на корм кроликам на еду. На корм, на еду, да. Сколько денег, сколько я продал и сколько, насколько я был в прибыли, в плюсе. Хочу сразу сказать, что кроликов больше я развожу не массово на производство, а для себя. Вот. Начну с чего? С зерна. У меня уходит 2 мешка в месяц. Ну, зерна, я бы не сказал, что зерна, а зерносмеси. Зерносмеси — это там вот кукуруза, горох, все по 10%, и 50% мне составляет основной рацион — это овес. Да, кто-то там скажет, что овес, кролики жиреют, не жиреют. Ну, у меня все великолепно. Дальше пойдем. Так, 2 мешка в месяц, соответственно, в год у нас выходит сколько? 24 мешка. Мешок в среднем стоит 4, ну, у нас 450, 500, плюс-минус. Всегда все, всегда каждый раз приезжаю, всегда по-разному. Может, и насыпаю по-другому. Там не 50 килограмм, там поменьше. Пол мешка еще я беру ячменя. Вот. Ну, грубо говоря, 1200 выходит. Ну, пускай по 1200 будем брать, в большую сторону округлю, хотя там меньше намного. 2 мешка в месяц выходит. Почему так мало? У меня кроликов, ну, немало, штук 35-40 там. Почему так мало выходит? Ну, во-первых, я еще, помимо этого, как вы видите, смотрите мои видео, наблюдаете, я и ветки даю, сено даю, кашу, там... сухарики где-то там мучу, достаю все бесплатно. И зерносмесь в основном, даже кролики там по минимуму им даю, зерносмесь в основном уходит из-за кур, потому что еще есть кур, там штук 15. А так там по минимуму вообще я даю зерна. Они у меня такой веганы. Ну, они все веганы. Хотя кролики едят абсолютно все. Абсолютно. Эксперимент проводил. А дыни, даже мясо едят. Так, это что касается зерна. Сколько же я продал за год? Расчеты приблизительные. Ну, приблизительно в меньшую сторону. В меньшую сторону, потому что я много не записывал. Продаю их вообще. Ну, я их, ну, как бы висит у меня в Авито. Но я стараюсь особых не продавать. Так, живыми. В основном живыми продаю. Взрослую хорошую самку я продаю 1000 рублей. Это очень дешево. Я считаю, что это очень дешево. Так что, кто смотрит, кому нужно, обращайтесь. 1000 рублей. Взрослая самка и самец. Ну, плюс-минус, все зависит от инфляции. Я продал взрослых, ну, больших, 13 штук. Это по минимуму, возможно, еще больше. 13 штук по 1000 рублей. Это... сколько? 13 тысяч. Особо я их не продаю. Уже 13 тысяч. Уже я зерно окупил. Уже зерно окупил. 13 кроликов за год. За год окупил зерно. Это все 13 кроликов. И особо я их не продавал. Дальше. Что касается больших. Маленьких я продал. Вообще самый минимум. Это можно смело прям на 2 умножать. Маленьких 15 штук я продал. Это самый минимум. 15 штук я продал вообще за копейки. По 300 рублей. Ну, им не то, что не таких маленьких, таких взросленьких. По 300 рублей кролик. У меня 4,5. 13,4. Сколько? Кто в математике силен? 4, 5, 6, 7. 17,5. Мы уже в плюсе. Хочу повторить. Еще раз. Я их развожу для себя. Как их? Ем там. И для удовольствия. Это вот то, что я продал. Сколько я их слопал? Слопал я их, ну, съел. И лично я, когда готовил что-то,
Минимум, вот самый минимум, это может даже умножить на 3. 10 штук. 10 штук я просто съел. Это бесплатное мясо. Вот представьте, бесплатное мясо. Я съел 10 кроликов. Это самое минимальное. Бесплатно сколько я раздал. Ну, это штук 5-6. Дальше, я думаю, математика не нужна. Я вот именно хотел акцент сделать на окупаемость. Выгодно или невыгодно? Да, был падеж. Да. Да, лекарства. Опять же, какие лекарства? От ушного клеща и от глистов. Но один раз привил, я помню, что если их будут прививать кроликов, это просто я в охеренный минус уйду. Это я, вот один раз я привил, там мне ушло там за один раз, там, и особо я немного привил, там чуть ли не на под 3000 вакцина, одна стоит на 5 доз 400 рублей. На 5 доз 400 рублей я понял, что она надо прививать два раза. Один раз привил, потом через какое-то время еще раз привил. И так надо два раза в год. Ну, так как у меня небольшое производство, и да, не исключается риск того, что... У меня не исключается риск, я уже готов к тому, что бывает какой-то процент падежа, большой процент, потому что их не прививаю. Хотя вот в вольере, да, в мороз погибли маленькие кролики, сколько там было. Я не стал записывать, потому что если буду считать, мне будет грустно. Летом от жары у меня взрослые крольчихи две погибло от жары. Они мне не были в вольере. Вот так. И, грубо говоря, так, 15, 10, 20, 20. Ну, в прибыль, вот просто годовая прибыль, вот годовая прибыль, ни за чего. Вот я их вообще минимум в год, 15-20 у меня просто чистыми, просто вот, ну, просто вот 20 тысяч в год, 15-20 тысяч. Притом я их вообще не продаю. 20 тысяч, я считаю, в год это за просто так. Плюс, опять же, я говорю, я развожу, чтобы для еды, для себя, для пропитания. Мы живем в деревне, всякое бывает. И поэтому, если конкретно нацелюсь я на производство и на конкретную продажу, но это, я думаю, в этом году мы все с вами сделаем, то можно иметь в месяц при грамотном подходе, без фанатизма, 1010 чистыми. Это на мой взгляд. Так что я уже могу подводить какие-то выводы, потому что уже полтора года, полтора-два года я их развожу. В вольере они мне уже год, почти год. Я думаю, кролиководство это очень выгодный бизнес. Не то, что бизнес, больше он хобби и для себя. Вот все думают вот переезжать в деревню, что лучше завести, какую скотину. Кролики, будет вам счастье. Кто говорит, кролики жрут, они ни хрена не жрут. Не значит, если вы их будете перекармливать, то они будут у вас больше расти. Они больше не сожрут и меньше не сожрут. Ну а что касается комбикорма, на данный момент комбикорм это охренительно дорогое удовольствие.